Ну где же она? Мама, и лапы устали. О, то, что нужно. Мой меч. Я непобедимый воин. И сейчас расправлюсь с этим вредным кустом. А-а-а, мама! Что? Какая неприятность. Ничего, у меня есть чудо-присоска. Посчитай до трех. Вуаля. Больше не болит. Где-то здесь. Мы совсем рядом. Фу, вы привезли нас на свалку. Прошлые туристы намусорили. О, а давайте устроим челлендж. Кто соберет контейнер мусора первой, получит мороженое. Вау, рожок с пломбиром? Да, хочу, хочу. Вам понадобятся инструменты. Чего стоим? Игра уже началась. Удивила подруга. Дай пять. Какие энергичные малышки. С таким энтузиазмом они справятся с задачей за 5 минут. Смотри, как стараются, пока мы чилим. Угу. Как думаешь, кто насобирает больше мусора? Напиши в комментариях. Когда на кону огромный рожок с пломбиром, силы не заканчиваются. Девчонки не чувствуют никакой усталости. Контейнеры почти заполнены. Кто же победит? Угрюмая тучка не любит сдаваться. Вся в мать. У нее какой-то план. Воришка украла чужой мусор и высыпала его в свой контейнер. Пойдет на все ради сладкой победы. Это последнее. Зря радуешься, у меня больше. Проверим. Поровну. Мороженое достается вам двоим. Ну как тут не станцевать? Чей танец тебе нравится больше? Пиши в комментариях. Ну что, побежали выбирать? Погоди. Вау, все руки испачкала. Подруга, дай глоточек. Хотя, мне понадобится только крышка. Снова ее фокусы. Смотри, какой лайфхак. И пальцы снова чистые. Отлично, мам! На здоровье! Воу, малышка, да ты не чище. Что же придумать? А ну-ка. Воу, какая подходящая формочка. Улетели. Какой вкусненький. Готово. А ты шустрая. За тобой не поспеть. Я зря старалась. Мамуля, не смеши. Мы едем в отпуск. Огонь. Ты рада? Супер! Погоди, мы едем в одно место? Фу, не хочу наблюдать тебя и там, только не с Уэнсдей! Воу, маленькое недоразумение перерастает в конфликт. Упс, детей перепутали. Отойди. Привет, моя тучка. Ух. Экстренные новости, на райских островах бушует страшный ураган. Вам придется отменить свой отпуск, вой! Отдохнули. В такую погоду мы точно не впишемся. Я так хотела на море. Уныло. Я ждала так долго. Последний раз я плавала еще, когда молочных клыков не было. Нужно что-то придумать. Не плачь. Топовые лайфхаки для летнего отпуска. Есть. Дорогая, если мы не едем в отпуск, то отпуск едет к нам. Классная идея, мам. И почему сама не догадалась? Твоя мама устроит тебе лучший отпуск. Нам даже не придется никуда ехать. Вау! И девочки принялись совершенствовать дом. Уэнсдей занялась озеленением. Надеемся, это не ядовитый плющ. Эннет не отстает от нее. Соломенный заборчик. Теперь шезлонги. Какая веселая расцветка. Поставим сюда. Не так близко, у меня аллергия на бледных. Отличная подставка для моей зловещей закуски. Гадость. Свет нужен поярче. Мой лагерь будет лучшим. Можем поспорить. Вещь разбей. Воу, подруги действительно затеяли баттл. Первое задание, кто быстрее надует бассейн. И вещь в роли рефери. Время пошло. Лузерша. Я не позволю ей выиграть. Воу, поосторожнее щеками, девочки. Так дуть можно и лопнуть. И правда, есть же насос. Хитрюга. Так, отличная вещица. Как она устроена? Работай, Эннет, работай.
Ну ничего, время еще есть. Куда здесь давить? Не получается. Вещь! Да, госпожа, расплюнуть. Вверх, вниз. Вензды мастер эксплуатации чужого труда. Готово. Мой бассейн точно победит. Украсим пушком. И малышка будет в нем плескаться до вечера. Удивила. Вот настоящий декор. Осталось наполнить его водой. В этом мне поможет самодельный шланг. Какая же я умная. Ах ты ж. Дождь. Такое видала, подруга. Отлично, готово. Теперь разноцветные шарики. С ними мой волчонок точно не заскучает. Все для милой доченьки. Идеально. Фу, как ярко. Безвкусица. В моем бассейне будет поинтересней. А, пираньи. Пошутить нельзя. Ух, подумала, ты сошла с ума. А вот пена будет кстати. Девчонки пришли оценить результат. Да, им очень нравится. Что ж, пора попробовать бассейны на деле. Но нужно переодеться. Какие модные купальники! Мамы не могут нарадоваться, что угодили своим детишкам. Уэнсдей-младшей пена пришлась по душе. Что это за запах? О, какие аппетитные чипсы! Ну кто перед ними устоит? Как же дотянуться? О, есть одна идейка. Такой столик не должен утонуть. Держи. Мам, ты гений! Мои хрустящие! С паприкой! Игры в мяч – это хорошо, но маленькая Энни тоже проголодалась. И маме срочно нужно действовать. Воздушные шарики. Классно придумано. Дорогая, пора перекусить. Мой любимый чай из волчьих ягод. Просчиталась лохматая. Слишком ненадежный вариант. Нет! Wednesday! Порадуем наших девочек коктейлями. Для льда нам понадобится слезы дельфина, один стакан, настой ромашки, отлично, клубничный сок. Как пахнет! Глаза болят от этой радуги. Вот идеальная формочка для льда. Только черный. Никаких цветов. Жидкости разлиты по формам. Осталось чуть-чуть подождать. Немного волшебства. Готово. Теперь нужно смешать. Коктейль Эннет по-настоящему летний. Уэнсдей не отстает от подруги. Она сделала напиток по рецепту своей бабушки. Без сомнений, это ночь на кладбище. Фирменный коктейль в стиле Адамс. Мой лучше. Не рискнула бы попробовать. Хочешь, научу готовить? Я умею. Похоже, в комнате они не одни. Ненавижу комаров! Противные существа! Что за суматоха? Попадись мне только! Давай помогу. Ух, спасибо. Но комары оказались шустрее. Как много укусов. На этот случай у меня есть особенное средство. Всего пару капель. Легче? Ага, мам. Ни одного следа не осталось. Супер. Ну попадись мне еще хоть один противный комар. Он точно пожалеет, если свяжется с тобой. Жуткая чесотка. Ох уж эти жужжалки. Кто это тебя так? Ты куда? Время новых лайфхаков. Дай мне пару минут. Я в сварке спец. Кровопийцам конец. Пусть загадывают последнее желание. Я не потерплю издевательств над моей малышкой. Изобретение Уэнсдей действительно работает. Какая точность. Бедные насекомые. Наконец-то можно просто позагорать. У мам выдалось несколько свободных минут. Эннет постоянно что-то выдумывает. На этот раз милое сердечко. Наверное, книга очень интересная. Пора. Что же получилось? Вот для чего это было. Симпатично. Невыносимая жара. Зачем я только согласилась? Нужен слой пожирнее. Моя кожа должна остаться бледной. Не хочу сгореть на солнце. Главное защитить лицо. Она так устала, что не выдержала и уснула. Ой. Упс,
Да уж, подруга. Я горю. Похоже, у Уэнсдэй Адамс перепутала крем. Он для загара. Что же делать? Оу. Как неожиданно. В сумке оказалась алоэ. Просто сундук с сокровищами какой-то. Да, приятная прохлада. Моя бедная кожа. Сейчас тебя полечим. Фух, странное создание. Что? Ой, подумаешь. Все-таки домашний отдых получается даже лучше, чем я себе представляла. И раз уж мы на каникулах, можно даже разрешить Энни съесть немножечко чипсов. Ох уж эта вредная еда. Чипсы я люблю, так что понимаю деток, как никто другой. Энни. Так, ну немножко это означает немножко. А Энни слопала уже целую пачку. Есть у меня один лайфхак, как бороться с воришками чипсов. Просто накрою тарелку блюдцем с овощами. Фея, чипсы кончились. Это я есть не буду. Ну, не хочешь, как хочешь. Фея, видимо, мне тоже хватит чипсов на сегодня. Мама! Мам! Мы хотим есть. Бедняжки, нужно срочно это исправить. Ждите здесь, а мы на кухню. Такой активный день кто угодно проголодался бы. Нужно придумать какой-то питательный, но интересный перекус. Давай сделаем тосты. Хорошая идея. Клади хлеб. Теперь ждем. Ну, чего так долго? Наконец-то они готовы. Ауч, горячие. Какие мы нежные. Но какому ребенку понравятся такие скучные тосты? Поэтому нарисуем на них съедобные картинки из клубничного и черничного джема. Моей мрачной девочке понравится моя мрачная идея. Энни будет в восторге. Продолжим. Две башенки теплых сладких тостов готовы. Но не будем же мы кормить дочек одним хлебом. Вот именно. Тем более летом, когда столько свежих сочных фруктов. Ну а чтобы девчонкам было интереснее, сделаем фрукты фигурными. Идея супер! Тут и звездочки, и сердечки, и цветочки. Им точно понравится. Теперь выкладываем на тарелку. Последний штрих – шоколадный соус для маленькой Уэнсдэй. И сахарная пудра для малышки Эннет. И зубочистки для удобства. Сладкий отпускной перекус готов. Уэнсдэй за мной. Оу, малышки уснули. Они просто устали. Еще бы такой насыщенный день. Сладких снов, моя хорошая. А нам что теперь делать? У нас есть время для себя. Мне нравится ход твоих мыслей. Из-за тебя мы остались без света. И вообще, бой был нечестный. В честном бою я бы тебя победила. Это можно проверить. Вызываю тебя на дуэль. Легко. Защищайся. Вот тебе. Вот. Ауч. Воу. Идеальная полянка для пикника. И правда сойдет. Нужно позвать девочек. Что? Вся в маму. Энни, Уэнди, ну-ка перестаньте. Ауч, мам. Кошмар. Нужно срочно обработать. И забавный пластырь сверху. Так-то лучше. Уэнди, сколько раз я тебе говорила, что это очень опасно. Говорю еще раз, никогда не фехтуй без шлема. А это что за детский сад? Вот твоя рапира. Теперь можно. Сами играйте. Трусихи. Победа достается Уэнди. Ну что, проголодались? Время пикника. Мы взяли все ваши самые любимые снеки. Налетай. Ух ты, мороженое. О нет, мама, оно совсем растаяло. А я шоколадку буду. Она превратилась в шоколадную массу. Жара все портит. Да уж, придумала. Можно сделать из мороженого милкшейк. Есть же и другие вкусняшки. Милкшейк, говоришь? У меня тоже есть идея. Предлагаю сделать шоколадный. А почему и нет? И шоколадка спасена. Теперь хорошенько смешиваем. Я знаю, как смешать еще лучше. Бросай мне. Лови! Отличный бросок! Шейкер у меня. Ого! Вот что значит сила оборотня. Девочки, теперь у вас не только снеки и сладости, но еще и вкуснейшие коктейли. Приятного аппетита! Вау!
Мам, смотри! Что там? Тату? Да, это моя любимая змейка. Я тоже себе хочу! Тебе еще нужно подрасти. Ну, как всегда. Когда я уже вырасту? Солнышко мое, не нужно рисовать. Я знаю, как сделать тату получше. И как же? Нам нужен крем от загара. Вот так. И зеркальце. Подержи на солнце пару секунд. 1, 2, 3. Стирай крем. Ничего себе! Такое сердечко выглядит намного круче. Это мой билет. Нет, мой. Пусти. Сама пусти. Ну вот, теперь мы обе никуда не поедем. Это ты виновата. Девочки, вы готовы? О, нет. Вот к чему приводят ссоры. Отдых отменяется. Всем нашим грандиозным планам конец. Не расстраивайтесь, девчонки. Это же не конец света. Но грустно все равно. Чтобы придумать, нужно загуглить. Сейчас посмотрим, что нам предлагают интернет-эксперты. Вау! Девчонки, мы сами устроим обалденный летний отпуск дома. Согласны? Да! Ну, хорошо. Тогда за дело. Для начала обустроим гостиную. Диван нам не понадобится. А вот растения еще как. И чем больше, тем лучше. Небольшая изгородь из тростника для атмосферности. Шезлонг для удобства. У нас тоже есть. Смотри, какой симпатичный. Ничего особенного. Ну и разве можно в отпуске обойтись без свежих сочных фруктов? Думаю, девочки заценят. А вот это мы сейчас и узнаем. Ну, как вам? Неплохо. Вау, вышло круто! Но где же бассейн? Точно, бассейн забыли. Не переживайте, подождите еще пару минут. Да уж. У тебя есть идеи? У меня есть бассейн. Вау, я тоже так хочу. Ну-ка. Не поняла. Не так-то это просто. Почему не работает? Я же вроде все правильно делаю. Давай же. Ауч. Зато все получилось. Только надуть осталось. Готово. Думаешь, это все? Я наш бассейн без украшений не оставлю. Разве может моя дочурка обойтись без готической атмосферы? Признаю, впечатляет. Но у меня тоже кое-что имеется. Уточки. Какая банальщина. Моя Энни будет в восторге. Я такой безвкусицы еще не видела. Что? Что слышала? А твой бассейн будто из ночных кошмаров. А вот и ваши бассейны. Энни, тебе нравится? Он шикарен. Тогда нужно их скорее опробовать. Вперед купаться. А здесь будет цветочная клумба. Нужно украсить наш двор, а то слишком скучный. Воды побольше. Поставь лайк, и цветочек быстрее вырастет. Придумала. Убавлю твой позитив, соседка. Этому растению будет уютнее в моем гробике. Отдыхай. Вот только закопаю тебя поглубже. Люблю делать пакости. Что? Отлично, поработала, можно и перекусить. Мои любимые конфетки. Стоп, не вздумай. Какие грязные руки. Бывает. Барби не могут быть такими грязнулями. Упс. Решение есть? Конечно. Мыло. Лучшее оружие против микробов. Как-то скучно. Нужно подумать. Волшебная таблетка. Бери в руку. Твоя идея. Супер. Вода – секретный ингредиент. Таблетка превратилась в салфетку. Вот это лайфхак. Молодец, мама Барби. Ой, подумаешь. Мои руки идеально чистые. Проблема решена. Так просто? А мне нравится грязь. Ну же. Нет, нет, не хочу мыть руки. Погоди. Кажется, придумала. Хаги-ваги. Отправляюсь в лабораторию. А теперь самое интересное. Нам понадобится прозрачная мыльная основа, пара капель красителя. Важно хорошенько перемешать субстанцию. Кокосовое масло. 3 капли. Аромат лесных ягод. И, конечно же, силиконовая формочка в виде хаги-ваги. Что может быть интереснее, чем смастерить мыльный брусочек в виде любимого персонажа своими руками? Теперь нужно подождать, пока мыло застынет. Какой миленький монстр! И последние штрихи. Нарисуем мордочку и лапки. Игрушка-мыло 2 в 1. Любая малышка оценит уверенно. Отлично, переходим к водным процедурам. Дорогая,
Принимай подарок. Это тебе. О, какой прикольный хаги-ваги. С ним я буду мыть руки регулярно. Мам, полей водой. Мыло по моему рецепту уничтожит все бактерии на твоих ладошках. Только три хорошенько. Да, вот это чистота. 10 из 10. С такой мамой, как у Уэнсдэй, не пропадешь. Может, поиграем в мячик? Что-то не хочется. Ну и ладно. О, какая нелепая случайность. Мяч угодил прямо в лицо парня Уэнсдэй. Это было больно. Сейчас разберемся. Кому-то не хватает спорта. Чипсы здесь лишние. За что, бро? Я ни в чем не виноват. Просто понадобилась тарелка. И еще палочка от эскимо. Ммм, как пахнет. Это же мой десерт, отдай. Минутка для перекуса у нас есть. А теперь за дело. Сделаем ракетки для тенниса своими руками, и девчонки займутся полезным делом. А мне нравится твой план. Просто гениально. Дети, идите сюда. Смотрите, что у нас для вас есть. Тебе ракетка и тебе. И самая главная деталь. Что там? Без мячика никак не обойтись. Круто придумано. Девчонкам действительно пришлась эта спортивная идея по душе. Дай 5, пластмассовый. Ой. Мячик такой легкий. Если в кого-то попадет, не причинит никакой боли. Дайте ракетки. Команда мамочек тоже хочет сыграть. Пойдем на задний двор. Давай рисовать домик мечты. О, я знаю, что нарисую. Хочу жить в черном замке. Мне больше розовый цвет нравится. Скучно сидим. Нужно развеселить соседку. Думаю, этот милый паучок справится с задачей. Задел насекомое. Что-то ползет по моей ноге. Какой страшный тарантул! Мама! Классный пранк. Теперь у тебя 2 рисунка. Какой ужас! Упс, зовет на помощь. Мне нужно алиби. Что случилось? Она порвала мой листок. Нет, это она все испортила. Сложный случай. Вроде отлично ладили. Я тебе покажу, куколка, как портить чужие вещи. Стоп! Замри, не двигайся. Мы с Кэном все решим. Просто склеим половинки вместе. Странный рисунок получается. Давай так, ты отправляешься на фильм про Барби. Надеюсь, это улучшит твое настроение. Yeah. Супер! Есть что предложить. Где же они? Вот. Шучу. Ладно, 2 билета в первый ряд на Open Gamer. Что скажешь? Окей, неплохой выбор. Желаем отлично провести время. За дело. Но сначала безопасность. Да, каски нам не помешают. Начнем? Пока девчонки отправились в кино на любимые фильмы, их папы взялись за дело. Они смастерят настоящий кукольный замок. Я столько коробок сколотил в свое время, если ты понимаешь, о чем я. Надеюсь, ты не про гробики. Угадал, пластиковый. Ужасная история. Но домик получается огонь. Прямо как настоящий. Давай приделаем козырек. Отлично, придержи. Теперь замок нужно раскрасить. Разделим его пополам. Сделаем все как в нашей схеме. Половинка розовая, вторая половинка темная. Девочки оценят наши старания. Жду не дождусь, чтобы увидеть их реакцию. Должен признать, я сам бы играл с этим кукольным замком. Ах, какая прелесть. И еще штришок. Да просто Пикассо какой-то. Нужно платные мастер-классы проводить. Последняя крыша. Уже исправились. Отличненько. Переходим к интерьеру. Конечно, что же это за домик без мебели? Какой диванчик мы смастерили? С розово-черной обивкой. И чтобы никому не снились ночные кошмары, добавим ловца снов. И еще больше няшности и пушистости. Отличный помпончик, по-моему. Много няшности. Просто amazing. Летучие мыши в стиле мини Уэнсдэй. Ох, как она обрадуется. О, самое главное. Барби-мобиль. Приличные Барби не ходят пешком. Какая мощь! Джакузи на свежем воздухе. Блобной куколке нужно немного расслабиться после тяжелого дня. Привет, Уэнсдэй! Привет, Барби! Упс. Приветик! Положим кукол в домик, пусть подождут своих хозяев на диванчике. Дай 5, напарник! А вообще мы молодцы! О, уже вернулись так быстро? Какой шикарный замок для Барби! И правда поразительно! Им нравится, видишь? Не зря мы старались. Ладно, предлагаю помириться. Не против, я сегодня добрая. И будем играть с кукольным замком вместе. А теперь берете рюкзаки и топаете в школу за знаниями. Финик, отдай игрушку! Она не для таких пугливых детей, как ты! Уэнсдэй, ты же ненавидишь розовый! Кто-нибудь!
кто-нибудь, спасите! Еще одна проделка и позову их отцов в школу. Тишина! Ненавижу шум! Мои ушки! Маме Лонгплекс я конфискую. Она не достанется ни одной из вас. Здесь ей место. Наконец-то в классе порядок, и я могу насладиться прекрасным вкусом любимого кофе. Ой, мой живот! Я за вами слежу. Мы будем хорошо себя вести. Ну что, время пранков? Они ведут себя прилежно. Даже слишком. Наслажусь моментом. А, мой кофе! Ваших рук дело! Ой-ой! Мои штаны приклеены к стулу. Как я теперь перед коллегами покажусь? А, откуда тут слизь? А, только не портрет! Вы! Вы стали частью картины! А как вам увлажнение рук? Вы две хулиганки доигрались! Вызываю ваших отцов к себе в кабинет! Упс, только не это! Вот это поворот! О, папа, ты тоже тут? Что они с тобой сделали? Мистер Синклер, подойдите к доске! Я? Ладно. Напишите 1000 раз фразу. Я буду подавать дочери хороший пример. Это обязательно. А я как раз смогу заняться своим изобретением. Ведите себя хорошо. А я пока подумаю над новым наказанием. Так что не беспокойте. У тебя все получится. Все под контролем, милая. Мне нужна подсказка. Решение проблемы на столе. Спасибо, я понял. Так, осталось придумать, как их нейтрализовать. У меня с собой точно должно быть что-то полезное. Не то, тоже не то. И это не поможет. И зачем она мне? О, нашел то, что нужно. Теперь он не сможет их надеть и ничего не увидит. Так что не буду зря тратить время. Этого будет достаточно. Я закончил. А? Что? Уже все? А мне снился такой хороший сон. Я сделал так, как вы и просили. Ничего не вижу. Странно, почему я не могу открыть свои очки? Я же говорил, что сработает. О, что, думали меня обмануть? Это лишь недопонимание. Может, договоримся? Я не беру взятки! Ах, мой бедный чуткий слух. Вот же мышь летучая. Опять переделывать. Ладно, я все понял, понял. Теперь точно все. Пс, телепорт готов. Пришло время сматываться отсюда. Наконец-то! Эннет, вы с нами? Вау! А куда он нас перенесет? Подальше отсюда. Чтобы все заработало, поставьте руки на кнопку. Надеюсь, летим на Гавайи. Где мы? У меня плохое предчувствие. Ох! Интересно. Мы в тюрьме? Новые соседи. Надо показать, кто тут главный. Эй, ребятишки! Скорее исправь все, телепортируй нас. Мы вернулись в школу. Директора нет на месте. И уже 7 часов вечера. Значит, что мы свободны? Я кое-что проверю. Дверь заперта. Это значит одно. Мистер Майерс ушел домой и оставил нас на ночь. Но и ночью семью богатых Синклеров и бедных Адамсов ждет сюрприз. В школе сейчас пусто. Это идеальная возможность для меня. Кто-то что-то задумал. Тут закрыто. Побоялись, что украдут маркеры. О, я знаю, что делать. Маникюр на все случаи жизни мне поможет. Неужели грабители? Надо быть осторожной. Готово. Лучше лишний раз не шуметь. А в школе ночью еще более жутко, чем днем. Понаблюдаю немного, как папа учил. Идеально. Все постеры расклеены. Может, мне еще и доплатят сверху? Кто здесь? Ты в ловушке, воровка! Не трогай меня! Куда убегаешь? Кого там мучают? Дайте мне уйти, прошу! Что тут происходит? Много же мы пропустили, пока спали. Далеко собралась? От судьбы не сбежишь. Эннет лучшая? Мамочка, мне страшно.
Уэнсдей, постой! Кажется, я догадываюсь, кто это. О, вышло небольшое недоразумение. Давайте ее отпустим. Спасите меня, мистер Синклер! Мне не нравятся эти плакаты. Я тоже недовольна. Не смотрите на меня так, мне страшно. О, у меня есть предложение, как все исправить. Пс, сделаешь, как я прошу. Деньги вперед. Да, не вопрос. Сделаем все в лучшем виде. Утром только кофе не бесит меня. Уэнсдей, они лучшие.